Артур. Давай я туда поставлю. Thank you.
Встреча между командами Саратова и Новосибирск. Привет тебе, команда. Привет. Добрый день, друзья! Мы начинаем нашу трансляцию с последнего дня первенства России по фехтованию, сабельный командный турнир. Мужчины, бой за третье место, в котором встречаются сборные Новосибирска-2 и сборная Саратовского региона. Представление начнем с состава команд. Сборная Саратова. Николай Корниров, Кирилл Погодин, Артем Терехов и Константин Лоханов запасной. Роман Шестов, Прохор Свитич, Арсений Голоскок, Леонид Лукьянчиков. Это состав команды второй сборной Новосибирска. В первом поединке встречаются Артем Терехов и Арсений Голоскок. И вы видите, что довольно быстро этот бой заканчивается. Со счетом 5-0 очень уверенно побеждает Арсений. Нужно сказать, да, что я думаю, сразу же, когда я озвучил список имен, вы обратили внимание на то, что Константин Лоханов, победитель личных соревнований вчера здесь, действующий чемпион мира среди юниоров, остается в запасе. С чем связано это решение? Ну, я думаю, что, скорее всего, просто тренеры или, может быть, сам спортсмен решили себя поберечь для более серьезных стартов, для следующих соревнований на международной европейской арене, ну или на взрослых соревнованиях, поэтому решили не рисковать, оставить в запасе и уже готовятся следующие спортсмены, Прохор Свитич и Николай Корнилов. Вот на ваших экранах Корнилов, вчера он занял 31 место в личном первенстве, а вообще находится на 30 строчке во всероссийском рейтинге. Его соперник Прохор Свитич был вчера 11-м. На данный момент находится 17-м. Во всероссийском рейтинге был очень тяжелый поединок у Свитича против Кирилла Тюлюкова. 15-14. В один удар он уступил. Но все-таки уступил. А затем Кирилл Тюлюков проиграл будущему серебряному призеру соревнований Анатолию Костенко. Ну а судья поединка Маргарита Жукова. Необходимо уладить последние технические нюансы, и поединок сейчас продолжится. Проваливает атаку Свитич. Корнилов в атаке не попадает. 6-0. Увеличивает преимущество сборная Саратова. Вот и повтор на ваших экранах. Действительно, вроде бы казалось, что в атаке сейчас нанесет укол саратовский спортсмен, но не получилось. Похожая ситуация, только на этот раз Витич провалил своего соперника и в ответной атаке 7-й удар нанес.
Но нужно сказать, что по именам, да, по согласно цифрам, сборная Новосибирска вторая выглядит чуть более ровной, да, чуть более сильной относительно сборной Саратова. Романа Шестов идет 11-м в рейтинге, Светич 17-м, Голоскок 16-м, да, у Саратовского региона ситуация другая, там 31-й Корнилов, 18-й Погодин, Терехов 12-й и Константин Лоханов запасной. Другое дело, да, если бы он сейчас фехтовал, может быть, все было по-другому, но пока вы видите, что 10-0. И саратовские спортсмены пока ни одного удара не могут даже нанести спортсменам из Новосибирска. По ходу турнира команда из Сибири победила сначала сборную Санкт-Петербурга третью 45-28, затем оказалась сильнее своих партнеров, коллег и, так сказать, однополчан Новосибирска 3 45-32, а потом уступила первой команде из Сибири 45-33. Сборная Саратова сначала тоже победила команду из Санкт-Петербурга, но уже вторую 45-38. Затем оказалась сильнее сборной Мособласти 45-37. А потом уступила команде из Москвы всего в один удар 45-44. Следующие спортсмены уже на дорожке. Это Романа Шестов и Кирилл Погодин. И желтую карточку получает за фальстарт спортсмен из Новосибирска. Судья этой встречи Ефим Гофман. Проваливает атаку саратовский спортсмен. И в ответный новосибирец догоняет соперника. 11-й удар наносит. Ну, пока, да, можно сказать, что слишком неприлично выглядит поединок за третье место. Новосибирск вообще пока ни малейшего шанса, да, не отдает команде Саратова. Вот сейчас может получиться и даже так на вход быстрее, ловчее оказывается Шестов. 14-0. На месте прыгнул саратовский саблист и догнал его Погодин следующим ударом. 15-0, друзья. Видели мы вчера, что в мужском финале тоже особого сопротивления не получилось оказать у Анатолия Костенко Константину Лоханову. Как-то тоже бой выглядел не очень-то упорным, и счет тому соответствовал. Но здесь, друзья, вообще 15-0, пока три спортсмена даже ни одного удара не смогли нанести. Ну, тем дальше интересней. У Новосибирска Арсений Голоскок, да, против него Николай Корнилов. И вот первый удар Саратова. Голоскок наносит. Но здесь раньше в атаку вышел. Простите, первый удар нанес Корнилов, а здесь раньше вышел Голоскок в атаку. Второй удар. 16-2. Размочили счет волжане. В атаке не достает сибирец. И третий удар Николая Корнилова, видимо. Ну что, может быть, просто как-то проспали, что ли. Первая три поединка. 17-4. Ну вот, Саратов действительно, похоже, начинает просыпаться. 5 ударов нанес уже Николай Корнилов. Ну, конечно, разрыв сохраняется более чем приличный. Не достает в атаке в первом действии Голоскок. И тактическая правота переходит на сторону Саратова. Поэтому 18-6. Провалил атаку снова из Новосибирска, и саратовчанин не догоняет новосибирца. 19-6. Казалось, что на крайней черте сейчас уже зажал, сейчас можно наносить удар, но на вход поймал его оппонент.
26. И это первый выигранный бой в личном. И вообще первый нанесенный укол Саратовым. Отдаются Николаю Корнилову. Следующий поединок. На дорожке появится Артем Терехов, а его соперником станет Роман Шестов. Скажу, что по окончании этой трансляции начнется в 3 часа финальный поединок за золото у мужчин. Там встречается у нас сборная Новосибирска и сборная Москвы первой команды. Как всегда, классическая встреча традиционных сильнейших школ. Поэтому, я думаю, будет интересно. Ну и здесь тоже может стать интересно, если Саратов продолжит догонять. Пока 2-1. Нет, 1-1 в этом поединке. Болезненный удар сейчас получает Терехов. И просит подойти медицинского работника. Да, действительно. Досталось сейчас Терехову. Артем Терехов будет заканчивать у сборной Саратова. Он 2002 года рождения, то есть еще по кадетам и идет там на 7-й строчке во всероссийском рейтинге. Два фонаря загораются, но тактическая правота была на стороне Романа Шестого. 23-7. Стушевался Терехов и догнал его. Роман 24-7. В одном ударе от завершения поединка. Снова два фонаря горят. Ну и также опять тактическая правота на стороне спортсмена, представляющего Новосибирск 2. 25-7, а личный счет 5-1 в этом поединке. Последний бой второго круга встречается Прохор Свитич и Кирилл Погодин. Ну, наверное, поздно все-таки, да, сборная Саратова как-то включилась в поединок. И поэтому шансы догнать сборную Новосибирска тают. Но, в принципе, еще есть 4 поединка, и всякое может случиться. Другое дело, что сейчас Кириллу Погодину нужно фехтовать против лидера сборной Новосибирска, второй. Прохор Свитич, да, сейчас не согласен с решением судьи, но он не пошел в атаку после того, как разорвал дистанцию. Поэтому повторная атака спортсмена из Саратова. 26-8 становится счет. Да, вышел в атаку сейчас Погодин, остановился, и в ответный Свитич нанес удар. Двадцать восемь. Преимущество в 20 ударов сохраняется. Ну а здесь вместе, здесь никто инициативу не выиграл и тактической правоты не завоевал, потому удар никому не присуждается. 9-й удар Саратова. Двадцать девять, да, сейчас Светич подумал, что уже 30-й удар, но Маргарита Жукова сказала, что рано, нужно еще фехтовать, нужно носить удар, но пока получается. Светич, да, в атаке зажимает его Погодин. 29-10. И 11-й удар Погодин наносит. Это уже его 5-й личный. То есть можно сказать, что этот бой он не проиграл. Ну а если судить, то
что первым нанес 5 ударов, то, можно сказать, и выиграл. И 6-й удар остается за ним. 29-12. Два фонаря горят. Одновременно спортсмены атаковали, поэтому атаки обоюдные. Снова обоюдные атаки. Да, не рискуют спортсмены пока. Атакуют обоюдно. Пробил. Сейчас с руки вышел саратовский спортсмен. 13-29 становится счет. Ну и Свитич решил поправить клинок, потому как понимает, что нужно что-то менять. Последний удар остается нанести, но вот никак этого не удается ему. В атаке саратовчанин зажимает. Свитича 14-29. Да, можно сейчас говорить что угодно, что если бы не вот этот первый круг, да, в котором саратовчанин вообще ни одного удара не нанесли, все могло бы быть по-другому. Но все это, конечно же, могло бы быть. 29-15. Здесь, несмотря на крик, Погодина удар не присуждает. Маргарита Жукова. Так, что были обоюдные. Защита ответ не получается у саратовчанина. И 30-й удар мы видим. Восемь-пять выиграл этот поединок Погодин. Три удара догнал. И начинается последний, третий круг. Самый важный и ключевой. На дорожке Николай Корнилов, а против него Роман Ашустов должен фехтовать. Сменился также рефери Ефим Гофман у дорожки. Ну что, может быть, конечно, сейчас вот саратовчане начнут догонять. Может быть, действительно, что называется, почуяли кровь. Но разрыв все равно очень большой. 15 ударов, но уже 13. А Шестов упал сейчас, так, убегая назад. Но все с ним в порядке. И снова идет в атаку Корнилов. 18-30. Возможно, мы сейчас видим зарождение камбэка. Ну а так ли это узнаем потом. О, Шустов 31 удар наносит. И 32. Сравнял он личный счет. Вернул то, что отыграл Корнилов. Одновременно дает обоюдные атаки. И снова никому удар не присуждается. Но то, что не рискует вот в этом командном поединке ни одни, ни другие спортсмены, это так и в принципе. Ввиду того, что нет возможности использовать видеоповтор, спортсмены стараются лишний раз не рисковать, так как пересмотреть их фразу никто не сможет. Счет 32-20. Тем временем становится даже уже 33. Команда выглядит абсолютно равными. Сейчас. И, наверное, недоумевают сами спортсмены, почему когда-то был счет 15-0. Корнилов. Делает счет 22. Готово. Седьмой удар наносит. Сейчас в атаке не достает. Разрывает дистанцию. Шестов тоже не попадает. И последняя фраза остается за Корниловым. Слышите сейчас, как наставник сборной Саратова
Начали. Говорит Николай Корнилов о том, что тебя будут носить на руках в твоем городе. Все же смотрят нашу трансляцию. Ну, может быть, но будут носить на руках, конечно же, если вдруг Корнилов сможет сравнять счет. Для этого нужно нанести еще 11 ударов. 35. 23 становится счет. Точно так же, как и в предыдущем поединке. 8-5 личный счет. То есть по 3 удара потихонечку, но сокращают саратовчанины. И поэтому вполне возможно, что интрига еще жива в этой встрече. На дорожке появляется Арсений Голоскок, а его соперником будет Кирилл Погодин. Защита ответ. Сейчас великолепно, красиво действует Погодин. Фальстарт. Получает желтую карточку саратовчанин. И казалось, что да, не достает в атаке. Погодин. Но пробил. На следующей фразе уже у нас недействительно. Вернее, никому не присуждается удар, так как обоюдный. Вот Голоскок сейчас зажимает оппонента и пробивает защиту. Личный счет 2-1 у них. Напомню, что в последнем решающем 9-м поединке встретится Артем Терехов и Прохор Цвитич. Случится это по завершению вот этого боя. И в нем уже 4 удара отыгрывает Кирилл Погодин. Идет в атаку снова и получает на вход. Арсений Голоскок поймал его. Вот я говорил о том, что первый круг проспали саратовчане, ну а может быть просто новосибирские спортсмены расслабились. Почуяли, что преимущество в 15 ударов, 0 на табло у их соперника и какое-то психологическое, да, еще и преимущество есть. Перестали фехтовать. Ну а волжане включились. 28-38. Разрыв в 10 ударов. 29-й и еще один, если нанесет Погодин, то уже в одном десятке будут находиться. А в целом этот бой по-личному он уже выиграл. 6 ударов нанес. Но один остается и Арсению Голоскоку, чтобы завершить поединок. Вот чем тоже хороши сабельные командные соревнования. То, что нет учета времени, и поэтому здесь очень часто случаются возвращения, камбэки, отыгрыши, как угодно называйте. Самое главное все-таки это суть этих событий. 40-30 становится счет. 7-5. Личный. И на последний бой выходят Артем Терехов и Прохор Свитич. Не стали даже здесь активизировать свой резерв саратовчане в виде Константина Лоханова. Хотя бой-то мы сами понимаем ключевой, и преимущество в 10 ударов можно отыграть. Но решили понадеяться на того, на кого ставили изначально, а именно Артема Терехова. Одновременно вышли в атаку спортсмены, поэтому удар никому не присуждается. Попытался поймать сейчас Терехов соперника, но пропустил. И снова влетает в защиту сейчас Терехов. 42-30. А
обоюдной атаки. Проваливает Терехов атаку. Свидич готовит ответную. 43-30. Ну что, если сейчас закончит поединок Свитич 45-30, то получится, что как раз-таки ровно 15 ударов разрыв. Это ровно вот первый круг. Если убрать, то команды абсолютно равны. Но, увы, это не так. Нет. По-другому решает Артем Терехов. 31 удар наносит. 4 встает, Терехов ответ сразу же провалил, и 45-31, сборная Новосибирска вторая становится обладателем бронзовых наград. Роман Ошестов, Прохор Свитич, Арсений Голоскок и Леонид Лукьянчиков. Это состав команды. Ну а сборная Саратова в составе Николая Корнилова, Кирилла Погодина, Артема Терехова и Константина Лоханова становится четвертой. На этом поединок окончен. В 3 часа начнется финал. За первое место поединок Новосибирск 1, Москва 1. Так что далеко не уходите, но отдохнуть немного можно и вам, и мне.